В зимнюю сказку и увлекательные приключения попали юные гости клуба по месту жительства здоровья. В канун праздника воспитанники центра внешкольной работы подготовили для них новогодний спектакль «Морозко». Эта сказка является традиционной. У нас уже все ребята знают, что в начале декабря мы начинаем ее репетировать. То есть мы заранее ищем всех актеров, подходящих на роль, заранее собираемся и начинаем каждый день упорно работать, учить текст, репетировать, находить музыку для того, чтобы все получилось. Малыши не просто наблюдали за героями спектакля, а сами стали участниками представления. Играли в интерактивные игры, пели и танцевали. Развлекали гостей Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик, Медвежата и Фея. А коварная Баба Яга на протяжении всего вечера пыталась украсть у детей Новый год. Баба Яга достаточно злая, но к концу сценки она растает и будет рада праздновать Новый год со всеми друзьями. Мне нравится играть злодеев, потому что это очень весело, потому что ты можешь... Пускай не в реальной жизни, но в сказке что-то испортить. После спектакля детишки рассказали стихи и получили подарки из рук Деда Мороза. А в конце вечера смогли сфотографироваться со сказочными героями. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.